Друзья, всем привет, на связи Евгений Ванин. В этом видео расскажу о новостях проекта «Неработа», в котором я зарегистрировал уже 2 месяца, и за эти 2 месяца удалось заработать 843 тысячи рублей. Ну, также это не только мне удалось заработать, вот, например, мой партнер, мой ученик, можно так сказать, тоже уже заработал 774 тысячи рублей. Ну и на самом деле здесь таких людей много, и из моей команды очень много людей, которые заработали по 50 и по 100, и по 200, и по 300 тысяч рублей. То есть здесь можно просто листать. И, как говорится, не долистать до конца, да, потому что здесь, ну, очень много людей, которые зарабатывают в этом проекте. Сами зайдете, посмотрите. Это реальные все люди, реальные чеки и так далее. Вот, сейчас мы с вами непосредственно будем говорить не о том, сколько можно здесь заработать было в первом маркетинге, а поговорим о втором маркетинге. Я на самом деле про него рассказывать полноценно не буду. Я добавлю уже короткое видео, прям с маркетингом, да, то есть вы сами его посмотрите до конца. И смысл в чем? То, что этот маркетинг, второй маркетинг, да, который добавится буквально 26 числа, уже предстарт, распределяться структура начнется 10 декабря, то есть до 10 декабря у вас будет время на то, чтобы собрать своих первых партнеров, зарегистрировать их здесь и так далее. Да. Вход в этот маркетинг будет равен всего лишь 100 рублям, то есть от 100 рублей можно будет зайти, но также можно будет заходить золотыми треугольниками прямо из кабинета. Те, кто уже зарегистрирован в проекте «Неработа», вам не нужно как-то перерегистрироваться, да, потому что все аккаунты будут активироваться именно по времени регистрации. То есть, если вы уже были зарегистрированы, вам не надо регистрировать ни в коем случае новый аккаунт. Оставайтесь со старым, потому что так вы просто получите больше денег, больше переливов. Потому что в этом, во втором маркетинге, будут, ну, нереально большие переливы. Как они будут происходить, соответственно, вы посмотрите именно во второй части данного видео. Что я вам хочу сказать, друзья? Я рекомендую, опять же, да, то есть, если вы посмотрите этот маркетинг, и будет стоять перед вами выбор, как заходить в этот маркетинг, я рекомендую заходить максимально, да, золотыми треугольниками. То есть, в этом случае вы, соответственно, будете получать вот такие вот чеки. Да. Опять же, что хочу сказать, вы должны принимать решения самостоятельно, потому что это ваш личный бизнес. Я вас за уши сюда, как говорится, не тяну. Я просто рассказываю о тех возможностях, которые у вас есть сейчас, да, перед Новым годом. Стоимость там будет небольшая, то есть 100 рублей – это минимальный вход. И, соответственно, если вы по максимуму заходите там на 5 столов, то это получится в районе там 7,5 тысяч рублей. Но желательно, опять же, да, зайти золотым треугольником, тогда вы сможете заработать по максимуму. Если вы заходите одним аккаунтом, то пройдя все 15 столов, вы заработаете 1,5 миллиона рублей. Причем будут переливы, будут еженедельные активации и так далее. Ну, в общем, смотрите маркетинг. Я на этом заканчиваю. Под этим видео также будут находиться две ссылочки. Одна ссылочка на наш командный чат по данному проекту и, соответственно, одна ссылочка на регистрацию в проекте «Неработа». Вот, зарегистрируйтесь заранее, забронируйте место, да, то есть, потому что, опять же, повторюсь, все будет проходить именно по дате активации, то есть по дате регистрации. Как только вы зарегистрировались, чем раньше вы это сделаете, тем лучше. То есть вы сейчас можете бесплатно зарегистрироваться, посмотреть, как все работает, дождаться запуска и, соответственно, во время запуска уже оплатить. Но я рекомендую вот это время, то есть вот эти 10 дней потратить на то, чтобы рассказать как можно большему количеству партнеров, чтобы они зарегистрировались заранее, да, пришли в этот проект, и вы уже 10 числа заработали очень хорошую кругленькую сумму денег. Смотрите вторую часть моего видео. С вами на связи был Евгений Ванин. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Друзья, всем привет! Я рад представить вашему вниманию предстарт нового маркетинг-плана, нового тарифа в компании «Неработа», который называется «Прогрессив». Предстарт данного тарифа состоится 26 ноября 2020 года и продлится 2 недели, и стартуем мы 10 декабря 2020 года. Это инновационный маркетинг-план, где с абсолютно доступной суммы входа всего-навсего в 100 рублей вы сможете заработать практически 2 миллиона рублей с одного аккаунта.
А если вы зайдете на золотой треугольник, то по прохождению полного цикла в данном маркетинг-плане вы сможете заработать более 5 миллионов рублей. Также данный тариф подразумевает непрерывное движение за счет постоянных еженедельных активаций. То есть мы зайдем всей компанией в данный проект. Сейчас практически 60 тысяч участников компании. Я думаю, за время предстарта это количество увеличится. И представьте, если десятки тысяч людей зайдут в новый маркетинг-план, и каждую неделю мы будем, считайте, заново стартовать. То есть движение будет раз в неделю такое, как будто мы просто стартуем с самого начала. Да? То есть все активируют по 100 рублей и прокупят клона в первый уровень, и, соответственно, движение будет, сами понимаете, очень хорошее. Данный маркетинг-план состоит из двух и трех местных уровней. Двух местных уровней в этом тарифе гораздо больше, то есть их 12, всего-навсего 3 трехместных уровня, причем крайний он весь с выплатами, то есть его даже можно не считать за трехместный. Соответственно, на нем мы только получаем выплаты, об этом я расскажу. То есть движение будет быстрое за счет того, что, во-первых, будут еженедельные активации, а во-вторых, столы у нас короткие, то есть всего-навсего по два места в основном. Далее, структура будет без управления и расстановок и клонов, соответственно, будет заполняться структура равномерно, слева направо будут заполняться все свободные места, и таким образом мы будем делать так, что каждый участник в структуре будет продвигаться на дальние столы, будет получать выплаты и идти крайнему столу, на котором заработок более миллиона рублей. Также мы интегрировали взаимосвязь данного тарифа с движением в тарифе Basic, то есть в основном тарифе, который у нас сейчас есть. Это поддержание будет происходить за счет 400 клонов, которые будут из тарифа Progressive переходить в маркетинг-план Basic по прохождению полного цикла одним аккаунтом. Даже более 400 клонов будет, по-моему, 411. На время предстарта в компании будет конкурс лидеров с призовым фондом 210 тысяч рублей. То есть компания выделяет на этот конкурс 210 тысяч рублей. Они не будут списываться по маркетингу. Это просто подарок от компании для лидеров, соответственно, которые пригласят больше количества людей в первую линию. То есть каждая активация стола в маркетинге будет засчитываться как 1 балл. И сумма вознаграждения будет составлять за первое место 100 тысяч рублей, за второе место 50 тысяч рублей, за третье место 30 тысяч рублей, за четвертое место 20 тысяч рублей и за пятое место 10 тысяч рублей. Так что этот конкурс — дополнительная мотивация для лидеров, чтобы приглашать и развивать свою структуру и помогать своим партнерам зарабатывать. А теперь давайте перейдем к непосредственному разбору тарифа Progressive. Итак, первый уровень у нас представляет собой двухместную матрицу, то есть всего два места в первой линии, далее, соответственно, все люди идут переливом. Если вы приглашаете, например, трех человек, то под тем человеком, который у вас стоит слева, начинает выстраиваться у него структура, то есть два человека встают под него. Приглашаете шесть человек, два человека встают и под правого вашего партнера, и таким образом они закрываются, и вы переходите на уровень номер 2, то есть это накопительная матрица по 100 рублей с каждой ноги, соответственно, получается 200 рублей, и вы переходите в уровень номер 2. Во втором уровне, соответственно, ваши партнеры переходят во второй уровень за вами, по 200 рублей у вас также накапливается, и вы переходите в уровень номер 3, стоимость которого 400 рублей. Здесь уже с первого места вы получаете 200 рублей на вывод, и 200 рублей идут на накопительный счет. Со второго места вы получаете 400 рублей на накопительный счет, и 600 рублей идут на переход в уровень номер 4. Уровень номер 4 стоимостью 600 рублей также является накопительным. Здесь также всего-навсего два места. Заметьте, большая часть столов является двухместными. И за счет активации каждую неделю, и за счет того, что вы будете приглашать, и ваши партнеры вышестоящие будут приглашать, и будут еще большое количество клонов с последующих столов, соответственно, движение здесь будет очень бодрое. Итак, с этих двух мест мы получаем по 600 рублей, и 1200 рублей переходит на пятый уровень. В пятом уровне у нас как раз таки трехместная первая матричка, где мы с первого же места получаем 1200 рублей. Смотрите, мы проходим всего-навсего 5 коротких столов и уже получаем 1400 при входе в 100 рублей. И далее со второго и третьего места происходит накопление и переход в шестой уровень. На пятом уровне я хочу сейчас остановиться, поскольку на время предстарта можно будет прокупить в каждом уровне, их, соответственно, будет открыто 5, то есть до пятого уровня можно будет прокупить треугольники.
То есть вот эти места, которые сейчас я вам показал, да, то есть их можно будет заполнить. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы при равных усилиях, то есть при равном количестве приглашений, активации вашими партнерами, вашего пригласителя, активации, да, то есть вы будете получать тройной доход. То есть если вы тремя аккаунтами доходите до 5 уровня, то, соответственно, в 5 уровне вы можете заработать 3 раза по 1200 рублей, вместо того, чтобы одним аккаунтом заработать всего-навсего 1200 рублей. И эта сумма сейчас, да, составляет там 3600 против 1200, а на крайних столах там будет очень большая разница в доходах, поэтому сразу я рекомендую заходить по стратегии золотого треугольника на все 5 уровней. А дальше смотрите сами по своим финансовым возможностям. Далее мы переходим в уровень номер 6 стоимостью 2400 рублей, и он является также накопительным, то есть по 2400 рублей из первых двух мест накапливаются и идет переход в уровень номер 7. Итак, уровень номер 7 также является двухместной матрицей, также накопительный, по 4800 с каждого человека в первой линии вы получаете, или вашего, например, аккаунта, да, если вы заходите золотым треугольником, и переходите в уровень номер 8 за 9600 рублей. Уже здесь вы получаете 4000 рублей на вывод, 500 рублей идет один клон в Basic 1, то есть в основной маркетинг план, и 3 клона идут в Progressive 1, то есть на первом уровне вы начинаете заполнять свою структуру не только активациями еженедельными и новыми приглашенными, но еще дополнительно и клонами. Далее мы переходим за счет накопления суммы, половины суммы с первого человека и со второго человека полной суммы 9600 за 14400 рублей в 9 уровень. Этот уровень является также накопительным, то есть здесь вы получаете 28800 рублей и переходите в уровень номер 10. И мы переходим в уровень номер 10 стоимостью 28800 рублей. Здесь с первого же места, то есть это также трехместная матрица, у нас все матрицы, которые кратны 5, то есть 5, 10 и 15, 15 это конечный пункт, да, нашего маркетинг-плана, являются трехместными, и в них мы получаем выплаты. Итак, с первого же места мы получаем 15 тысяч рублей на вывод, 3800 рублей идет вашему пригласителю, 5000 рублей распределяются на 10 клонов в базовый тариф, 50 клонов идет в Progressive 1. Заметьте, 50 клонов идет в этот же маркетинг-план, в первый стол для продвижения ваших партнеров и ваших аккаунтов. Далее сумма 57600 рублей накапливается со следующих двух мест и идет переход в уровень номер 11 за 57600. Здесь также эта сумма накапливается и переходит в 12 уровень. В 12 уровне накапливается сумма 230400 рублей, и мы переходим к самым классным и самым выгодным столам, 13, 14 и 15, и вы сейчас удивитесь, какие там выплаты. Итак, сейчас вы видите на своих экранах уровень номер 13 стоимостью 230400 рублей. Из первого же места в этой двухместной матрице мы получаем 115200 рублей на вывод. И 115200 рублей идет на накопительный счет. 230400 рублей и 115200, и получаем 345600, которые переходят в крайний накопительный стол для того, чтобы накопить сумму в 691200 рублей и перейти на топовый уровень, уровень номер 15. Здесь мы с вами с первого же места получаем 300 тысяч рублей на вывод, 91200 рублей это партнерские вознаграждения, которые идут вашему пригласителю, то есть когда ваш человек дойдет до 15 уровня, вы получите с первой же его выплаты 91200 рублей в виде партнерского вознаграждения. 200 тысяч рублей распределяются на 400 клонов в первый тариф, то есть в базовый основной тариф за 500 рублей идет 400 клонов, таким образом там наводится отличное движение. И 100 тысяч рублей это 1000 клонов в Progressive 1, то есть мы заполняем первый уровень в данном маркетинг-плане, чтобы ваши партнеры и ваши аккаунты проходили как можно дальше и выходили на 13, 14 и 15 уровни, на которых самые классные выплаты. И далее со второго и третьего места вы получаете чистыми по 691200 рублей с каждого места. То есть со второго и с третьего места вы получаете практически по 700 тысяч рублей. Таким образом, в этом маркетинге вы зарабатываете около 1 700 000 рублей, просто пройдя одним аккаунтом полный цикл тарифа Progressive. Давайте подведем итог.
Как итог, с прохождения полного цикла одним аккаунтом вы получаете 1 818 тысяч рублей в виде выплат, 95 тысяч рублей идут партнерские вашему пригласителю, 411 клонов переходят в вашу структуру в маркетинг-план базовый, который называется Basic 1, 1053 клона идут в данный же маркетинг-план и продвигают ваших партнеров, идут 1053 клона в Progressive 1. С прохождения полного цикла золотым треугольником вы получаете 5 454 000 рублей, 285 000 рублей получает ваш пригласитель, 1233 клона идет в Basic 1 и 3159 клонов идет в Progressive 1 и продвигает этот же маркетинг-план. Напоминаю вам то, что мы начинаем предстарт 26 ноября, а уже 10 декабря произойдет расстановка, и мы начнем полноценное движение в этом маркетинг-плане. Также все активации, которые у нас будут проходить каждую неделю, отчет их начнется с 10 декабря, то есть 17 декабря все люди, которые зашли на предстарте, должны будут проплатить еще по 100 рублей для того, чтобы активировать свои личные кабинеты еще на одну неделю, и, соответственно, большое количество людей продвинет всех, кто со самого предстарта не получит, например, переливов, а такие люди будут, да, но и есть хорошая возможность сейчас занять места, расстановка будет по регистрации, поэтому сейчас регистрируйтесь, заходите в чаты и следите за информацией. На этом все. Всем всего доброго. Зарабатывайте много, присоединяйтесь в нашу команду и зарабатывайте, поскольку это тариф долгосрочный и с очень хорошими перспективами. Всем всего доброго. Пока-пока.